да, водители правильные. Пускай пограничники решают. Ну, как бы это их ведомство. Только они должны контролировать движение. Ну, как мы будем решать, если тут... Ну, почему пограничники тогда? Пускай договорятся, пропустят эти машины оформленные. Задекларированные. Да, задекларированные. Да, но мы же вас не препятствуем ни таможне, ни пограничникам заезде сюда. Не препятствуем же. А кому нам обращаться? Ну, а обращаетесь? Тем, кому препятствует вам заехать. Подскажите, к кому обращаться? Тем, кто препятствует заехать. Спрашивали, если вернешься на таможню, что? А куда обращаться? Командир! 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 Команд